К распределению земельных участков приковано большое внимание в Западно-Казахстанской области. Зачастую ею у нас распоряжаются также, не по целевому назначению. В конце концов, это приводит к дефициту земельных площадей. Жесткий контроль и инвентаризация – вот пути решения данного вопроса. На селекторном совещании в областном акимате побывали и наши корреспонденты. Спекуляция вокруг земельных участков достигла небывалых масштабов. Для того, чтобы остановить процесс, набравший угрожающие обороты, государство пошло на решительные меры. В стране проводится инвентаризация земель. Возможно, это покажет полную картину их состояния. А главное, поможет выяснить, сколько у нас неосвоенных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и под сельхозугодие. Всего из 90 миллионов гектар земель, подлежащих инвентаризации сельхозугодий, работа проведена более чем на 30 миллионах гектарах. Серик Ахметов подчеркнул, что за 2012-2014 годы нужно полностью провести инвентаризацию. На территории нашей области инвентаризация была проведена в 8 районах области. В 3 из них – Зеленовском, Акжаикском и Тоскалинском – было выявлено более 62 тысяч гектар неиспользованных земель. Всего за 2 года было выявлено 189 тысяч гектаров неиспользованных земель. По результатам работы инвентаризации 2012 года, сейчас часть земель была возвращена государству. На собственность. К части землепользователи уже приступили, работают на них. Эти работы были проведены по, как сказать, результатам работ, предупредительных работ местных исполнительных органов и инспекций. Также Жуматай Ашикпаев рассказал, что земельные участки, переданные под индивидуальное строительство, не используются должным образом. Под индивидуальное жилищное строительство, значит, в 2012 году была проведена ревизия этих земель. Значит, по ее результатам было выявлено 1881 земельных участков, которые не используются. Ну, они не используются по различным причинам. По причине, допустим, отсутствия коммуникации. Вот. Ну и сами землепользователи ее не используют, исходя, может быть, из своих финансовых средств. Вот. Такие земельные участки были выявлены. Премьер-министр подчеркнул, отсутствие надлежащего государственного контроля со стороны местных исполнительных и уполномоченных органов за строительством и расхождением бюджетных средств, а также предложил ужесточить меры по выдаче земельных участков под залог. Бибигуль Таужанов, Даурен Дюсембиев, Рустам Жумашев, телеканал ТДК-42.